Примирение через благодать. Книга Бытие, 42 глава, с 9 по 20 стих. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, а рабы твои не бывали соглядатаями“. Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало“. И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатые“. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатые“. И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: „Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего, меньшего, приведите ко мне, чтобы оправдали слова ваши и чтобы не умереть вам“. Так они и сделали». Размышления, часть 1. Путь к примирению. Книга Бытие, 42 глава, с 9 по 17 стих. «Вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Стих 9. Почему Иосиф так говорит? Это жестокая месть за обиду 20-летней давности? Результат многолетних терзаний? Нет. Вовсе не обида заставляет Иосифа сурово обойтись с братьями и обвинить их в шпионаже. Он дает Богу возможность довести до конца то, что он делает в жизни братьев. Иосиф водим Духом Святым. Он осуществляет стратегический план, посредством которого Бог намерен разобраться с грехом, совершенным братьями против Иосифа 20 лет назад, и освободить их от бремени вины, подтолкнув к исповеданию и покаянию. Это приведет к примирению братьев с Иосифом, с отцом Иаковом и, в итоге, с самим Богом. Божья благодать всегда откроет возможности для примирения. Уделите время, чтобы поразмышлять о глубине и широте Божьей благодати в своей жизни. Служение Бога – это служение примирения. Покайтесь в грехах и ищите сначала примирение с Богом, а потом с людьми. Размышления, часть 2. Проблеск благодати. Книга Бытие, 42 глава, с 18 по 20 стих. «И сказал им Иосиф в 3-й день: „Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога“. Стих 18. Иосиф упоминает Бога евреев, называя его Элохим. Это должно было удивить братьев. Иосиф дает им проблеск надежды, сообщая: „Я боюсь Бога“. Вряд ли они ожидали услышать подобное от этого сурового с виду египетского царедворца. Но эти слова позволяют надеяться на справедливое обращение. И этого достаточно, чтобы не дать им отчаяться окончательно и показать, что
за суровой внешностью скрывается не такое уж жестокое сердце. Если бы Иосиф обошелся с ними мягче, ему не удалось бы привлечь их внимание. Если бы он не дал им увидеть проблеск благодати, это бы сломило их. За Божьим наказанием стоит сострадание, и в нем проявляется Божья благодать. Обращались ли с вами жестоко или несправедливо? Постарайтесь простить тех, кто это делал, и проявить к ним сострадание. Пусть благодать, мотивом которой будет доброта и сострадание Бога к вам, светит ярче, чем ваши обиды и разочарования. Молитва. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе с сокрушенным сердцем. Обличи меня и покажи те стороны моего сердца, что не соответствуют призванию, возложенному Тобой на меня. Помоги мне являть милость и благодать к другим, так же, как Ты явил их ко мне. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь.